Да. Сколько вы эту будете? Ну, будем знать хотя бы. Для информации. Зато салат из свежих овощей 3,50. Салат канарский фирменный 4,50. Мясные блюда 7-8. В принципе, для этого места здесь это недорого. То есть такие нормальные, обычные цены, да. Лосось зажаренный на проивне. В общем, друзья, находимся в этом кафешке, ресторанчике. Дело в том, что сюда заскочили, думали, здесь только сладости есть. Оказывается, здесь и меню было. Сейчас я вам покажу саму кафешку. Вот очень много разной еды. Вот эти вот стоят 3,50 евро. Любой вариант. Но такие я еще ни разу не ел. Даже не знаю, что это. Это, кажется, эти кукурузы типа. Вот, и... Цен здесь нету, как вы видите, но везде сладости, сладости, сладости. Интересно, вот здесь вот для мужчин канарская настойка 1 евро стоит, для женщин такая же канарская настойка 1 евро стоит. Я не знаю, что это за настойка, но такая вот еда. Здесь самое главное, это вот этот вид, конечно, отсюда. То есть вот здесь вот сидишь. Здесь такой красивый, обалденный вид. Вот здесь уже сторона ресторана идет. Это то меню, которое я вам только что показывал, где можно тоже заказывать и садиться. Это уже с видом на океан. Такое красивое место. Ну, что ж, поесть не удастся, но такой маленький этот перекусончик сделали. Мороженое, бананы. Ну что, как морожка? Канарские бананы. Короткие. Да, короткие. Только сейчас узнал, почему в Европе такие бананы не продаются. Оказывается, 15 сантиметров меньше нельзя по закону. Вот, и поэтому такие канарские, так называемые бананы, продаются здесь. Ну, естественно, в Таиланде, там, в других странах маленькие бананчики тоже продаются. Такое вот место, это не знаю, правда, как называется. Вон там этот ресторан, который только что вам показал. И вот здесь вот эта вот кафешка. А с этой стороны у нас идут сувениры. Канарские сувениры, разные магазинчики. Сейчас посмотрим, как банан у нас. Дело в том, что сегодняшняя экскурсия очень плохо нас кормили. Во-первых, дали только картофан и сосиски. Сосиски были свиные, поэтому они ушли в сторону сразу. Остался только картофан. И картофан это был буквально пюре. Но размер этого пюре был как одна такая моя средняя картошка. То есть вообще ничего, даже хлеба не было. Это, конечно, странно, непонятно и ужасно. Вот это бидон. Здесь вот они и живут, наши испанчики. Обалденные просто места здесь. Красивейшие из красивейших. Так что, друзья, пока выключаюсь, сейчас сядем дальше и поедем. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.